сегодня просто решила вам заснять мой рабочий день, так как в эфир я сейчас не выхожу. Смотрите, мы купили пакеты для французского хлеба. Видите, теперь так посолидней. Потому что очень сложно найти именно такого размера пакеты. Ну все, нашли фирму, которая делает, так что все, затарились пакетами. Здесь у меня уже, смотрите, сколько хлебушка. Это безглютеновый хлеб. Здесь на закваске. И этот черный, который с карбоном, с углем активированным. Так, убираю, чтобы уже был порядок, чтобы хлеб можно было. В общем, и синамона сделала. Тут у меня телефон стоит, я видео ваше смотрю, всегда говорю, что смотрю, когда работаю, поэтому не могу никак отвечать там или писать комментарии. Ой, ну вот, так что потом покажу, как наши чубрики стоят, как и что. В воскресенье придет, наконец-то мальчик все сделает, опрыскает, потому что нам самим некогда, не доходят у нас, ребята, руки до этого. Так, ладно, смотрите, вот тесто уже выросло, пошла мешать. Ребят, не могла вам не показать. Смотрите, какое шикарное живое тесто, вы видите? Ой, как я люблю такое тесто. Как мне нравится работать с таким вот живым. Прямо живое. Вот почему иногда хлеб не получается или что-то. Потому что, когда ты работаешь без настроения, понимаете, это душа. И вот сегодня мое тесто, оно... прямо как купол для души. Какая красота. Там у нас печка сегодня так хорошо горит. Дрова мы... А, я же вам не сказала, мы купили дрова, нам привезли. Смотрите, сколько дров забили здесь. Нам еще привезут, будем забивать низ, потому что у нас сейчас начинается высокий сезон, и нам нужно будет много дров. Здесь надо забить. Раньше у нас так и было. Вот здесь дрова, здесь, и еще здесь большие такие, знаете, как пеньки. Вот, ну вот эти пеньки, кстати, вот мы их покололи последние, вот эти сверху, вот эти вот, это пеньки поколотые, вот. Но дрова вообще шикарные здесь, честно говоря, все дрова шикарные. Очень, вот это очень дерево, вот это желтое очень хорошее. Это, ой, как оно называется, слушайте, забыла. Нанси. Нанс. Помните желтые ягодки такие кругленькие, я вам говорила, как-то показывала. Еще когда жила в нашем старом новом доме. Вот. То есть вообще классно. Очень хорошие, много дров. Ну вот еще предстоит работа заполнить. Еще прикупить. Фу, ребят, сейчас пришли клиенты, принесли нам подарочек. Смотрите, какой у меня. Это не подарок. Это я просто хотела вам показать, взвесить. Сейчас покажу подарок. Приехали с Канады, но они первый раз здесь в Панаме. Но их сестра была, и там, ну, одного из гостей наших. И она нам связала маленького экстратеррестрика. Сейчас вам покажу. Ну, смотрите, какой милашный. Рюмри-гуми-гуми, как это вяжут? Игрушки маленькие. Вот из такой, знаете, бархатной этой красивенькой ну, ниточки. Ой, ну такой милашный. Вот такой у нас новый экстратеррестрик. Ну, смотрите, какая огромная. Просто, чтобы вы понимали размер. Я хочу сейчас взвесить, поэтому и решила вам показать заодно, пока буду взвешивать, потому что, ой, такую папайю он даже мы не собирали, она огромная. Девочки, мальчики, смотрите, ну вот 4 килограмма, ну вот она падает, я не могу, ну, в общем, пускай будет 4300, я боюсь отпустить, даже не выдерживает, не знаю, как мне поставить ее. Она вон скатывается. Ну, короче, 4300. Вот, пускай будет 4300. Оно, видите, не работает так, весы, очень большой вес. Я думаю, что вообще здесь где-то около 5 килограмм. 4600, 4700. Вот такой правильный вес будет. Вот. Вот сейчас правильно. Энсо, casi 5 кило. 4 кило 700. Это 8, 9, 10, casi 10 libras. 10 libra примерно. Так, ну что, люди потихоньку забирают хлебушек. Здесь у меня уже, видите, этот гарлик, бомба. У меня ахонхоли кончились белые, сделала с черными, но с черными даже очень аттрактивно смотрится. Еще французский немножко остался. Осталось 5 булочек на продажу. Это которые, ну, не только по заказу, а которые как бы лишние. Я всегда делаю больше, потому что приходят люди и потом спрашивают, а у вас нету экстра, ну вот это экстра. Так, и что еще тут? Вот этот у меня остался с карбон-активадо. Так, хлебушек, отлично.
Я так просто разложу, а то тут уже наковырялись. Сейчас приеду забирать еще этот один. Все, ну, в общем-то, все, видите, практически все, все уже продала. Вот осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 1, 3, 1. Ну, где-то 20 хлебов осталось, все-все. Так что все почти продала. Но это по заказу, то есть это уже все продано. Ой, девочки, мальчики, все-таки какой красивый хлебушек. Вот так вот стоит тут в рядочек у меня, как... Ой, мушки, сейчас закрою. Как солдатики, да? Ну, смотрите, какая красота. И французенький, и такусенький. Один вот тут немножко бачок такой подзолотился побольше. Но я люблю, кстати, вот такой, когда именно в печи. Не горелый в духовке, а в печи. Мне нравится этот запах. Такой угля, не угля, а дров. Ой, вообще красота, правда? Просто балдею. Все, рабочий день мой закончился, ну наш. Едем сейчас, завезем клиенту по дороге вот булочки эти синамоны. Не успевают заехать, но нам, чтобы не сидеть ждать, мы сказали, потому что это рядом с нами, мы сказали, что мы лучше завезем и потом домой поедем. Я еще взяла тесто, у меня осталось, я хочу булочки с клубничным вареньем сделать, ну для Ромки, там для Энсу, с чаем вечером попить, а то все время делаю все для локаля, а для дома никогда. Мне уже мои говорят, что ты для дома никогда не делаешь. Ну, в общем, взяла чуть-чуть, сделаю там, ну, штучек 6 булочек. Может быть, потом вам даже покажу. Такие, знаете, сделаю простые с вареницем, намажу с клубничным. А у меня есть хорошее клубничное варенье без сахара, которое. Вот. Смотрите, какие у нас тучи. Как всегда, будет дождик, наверное, попозже. Но это неплохо. Ух, как красиво, правда? Мне нравится, когда такие грозовые тучи. Где-то далеко голубое небо и серое, красиво. Чувствуется мощь. Уже попали под дождичек. Попали под дождичек. Уже так сейчас проходит, все нормальненько. Ну, заодно машину промыли немножко. Кстати, вы помните, это наша дорожка. Мы тут жили когда-то. Я вам показывала, мы тут с вами ходили пешком. Вот, сейчас покажу вам наш домик, который мы красили, а сейчас там другие. Ну, уже переехала родня, которые сдавали, туда переехали сами жить. И... А, ну вот за этим домом уже наш. Но они перекрасили его в другой, в зеленый цвет, короче, в другой цвет. Вот там наш дворик, если вы видите. Вот там, вот там, вот там. Эх. Наша дорога. Дорога на работу, когда я шла, помните? А сюда мы ходили на всякие карнавалы, когда был дождь. Кушали с Энсу, помните, воскресенье? Всякую ерунду он кушал, я такую ерунду не кушаю. Ух, какие тучи. Сейчас мы объезжаем с другой стороны наш поселок. Ну, теперь уже не наш. Раньше был наш, теперь не наш. Но сейчас проедем мимо нашего бывшего домика маленького. Эту улочку вы помните. Мы здесь частенько ходили. Вот пинтар, бланко и азоль. И мой буэна, вескому, мой фреску, касса. Так, ну сейчас мы будем проезжать наш домик. Вот этот розовенький. Это соседи, которые, помните? А, вот это наш теперь зелененький. Наши окошечки стоят. Вот, вот такой у нас домичек. Я уже пришла домой. Смотрите, вот это наша гванавана была огромная, да, вот мы сняли еще. И вот папайя, то есть папайя еще больше, чем гванавана, это обалдеть. Я такого размера никогда не видела, представляете? Ребят, купили новую машинку, LG. В общем, такую, смарт какая-то. За хорошую цену, очень дешево получилось. Ну, в общем, тихо вот стирает, даже не слышно. Сейчас пришла, поставила тряпки рабочие. Купили сразу сверху чехол на нее. Ну, чтобы она хоть как-то, знаете, на улице же это все стоит.
Надо было черный чехол покупать. Инсу говорит, белый, но белый сразу превратится в черный скоро. Ну, ладно, ничего, как есть. Купим еще за $4. Знаете, можно и купить и белый. Знаете что, давайте вам покажу еще. Сама не смотрела, уже не подходила давно к перцам. У нас дожди, и я не подхожу совсем сюда. Хоть гляну, что у нас тут с перчиком, и буду закрывать блок. О, смотрите, сколько. А, здорово, да? Прямо гроздь. Здесь тоже 3 пока я вижу. Но он там цветет, будет цвести еще. Здесь тоже, смотрите, какая ветка. Во все листиками закрыто. Подождите, вот. Сколько здесь? 1, 2, 3, 4. Пока 4. Вот это самая такая, вах, большая. Это тоже, тут уже прямо один покраснел, какой-то бурый стал. Маленький, но забурил, прибурил. Так, здесь. Это маленькие перчики такие специальные. Так, это наша другая. Вот помидорка моя, слава богу, растет. Слушайте, я так и никогда не пересадила эти баклажаны. В субботу, нет, в воскресенье придет к нам мальчик, опять косит траву, убирать, я попрошу, чтобы он мне посадил. Скажу, где, и он мне посадит. Так, это у нас альбака растет, полудохлая. Это вот другой перец, который, смотрите, оранжевый, тоже такой маленький, но вытянутый. Почему-то в тех семенах был такой какой-то, странно, да? Но ничего, пускай будет. Перчик и перчик, правильно, в салатик можно куда-то же, да? Моя, это огромное дерево уже просто, представляете, авокадо мое. Смотрите, какое большое, класс. Так, сейчас посмотрим, вот это тоже помидорка тут более-менее хоть взялась. Тоже слабенькая такая, ну, здесь перчики другие, но это, которые мы попозже посадили, я даже не помню, что за сорт, но другой не такой, а может быть и такой же, не буду врать вам. Здесь тоже вот эти перчики, но они только-только, видите, такие малюпулюсенькие, пока еще не кокусенькие. Наша папайя цветет, 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 когда будут фрукты, непонятно, полная цветов, полная, но дожди все время не хватает, наверное, тепла. Да я все проверяю здесь. Гванава, но это маленькая еще. Что у нас падают они. Если не проверяешь, не попробуешь. Вот эти, которые достать могу. Ну-ка. Тоже, ой, тоже твердая. Ой, нет, ее надо снимать уже. Да скажу, Рома потом придет с ним. Это уже надо снимать. Наши заросли тут вообще жесть. Просто жесть. Банановая роща. Кошмар. Экзотика, как вы мне все пишете. Точно экзотика. Это я-то привыкла. А для наших людей я тоже, когда приехала, все мне нравилось, что там с открытым ртом ходила. Природа красивая. Все цветет, благоухает. Ребятки, ну, наверное, и все. На этом я заканчиваю снимать. Такой коротенький бложик. Один мой рабочий день. Сейчас еще... Нет, не заканчиваю. Знаете, что я сейчас сделаю эти булочки, что я вам говорила, с вареницем. Поставлю, чтобы когда Ромка пришел... Ромка сегодня был на интервиста, как это, на интервью. Относил CV. Там около дома у нас есть Крокс, Воид. Ну, такой обувной магазинчик с фирменной обувью. Ну, он хочет подработать. И его позвали на интервью, и он вот пошел. Школу 15 декабря заканчивает. У нас же здесь не такая учеба, как в институте. По-другому, в общем, все идет. Поэтому нам все равно ждать полгода до поступления. И как минимум. Ну, после января, в любом случае, с документами там надо будет выяснять. Так что он решил подработать. Ну, хорошо, пускай идет, если возьмут. Пусть работает по субботам, воскресеньям. Или когда выходной, будет в ресторане работать, когда помогать. А когда свободные так дни от ресторана, будет там работать. Ну, в общем, пускай подрабатывает, правильно? Ладно, пошла делать булочки, а то уже комары меня кусают. Я сижу и тут только вытираюсь от комаров, отгоняюсь. Сейчас уже, знаете, как солнышко ушло. Ну, и так у нас пасмурно, но все равно солнышко ушло, и комары сразу вот прямо за ноги. Все, пошла в дом, не могу. Сейчас сделаю булки, вам покажу. Так, в общем, раскатала тесто. Такие немножко там булочек, 5-6 сделала. Вот такое у меня варенье. Видите, у него типа 0 сахара. Ой, слушайте, кошмар, столько комаров невозможно. Одна банка и вторая. Сейчас намажу, промажу. Не буду здесь ни маслом, ничем больше. Просто вот вареньем и все.
Так, видите, намазала, сейчас скручу, нарежу и хочу штрезельную крошку сверху сделать. Больше ничего не буду. Яйцом смажу, штрезельную крошку сделаю, и все. И классно будет. Покажу вам, как штрезельную крошку. Она может быть мелкая, может быть более жирная, такая большими кусками, кому какая нравится. Но я сделаю маленькую такую сухую. Вот такие, видите, получается. Сейчас быстренько крошку сделаю. Штрезельная крошка готова. 60 грамм муки, 40 грамм сахара и 40 грамм масла. Сейчас смазала яйцом булочки. Сделала специально, какие побольше это для Ромки, а поменьше это для меня. Ну и для Энсу, соответственно. Вот, сейчас присыплю штрезельной крошкой и пойдет в духовочку у меня все. Часть этот, которая у меня осталась, крошки, я ее положила в зиплок-пакет. И сейчас в морозилку для локаля мне на следующей неделе будет как раз, может, какие булочки тоже сделаю. Или пирог какой-нибудь яблочный сверху с штрезельной этой крошкой покрою. А яйцо остаток пойдет сейчас в еду собакам. Перемешаю все, и они тоже будут счастливы. В общем, безотходное производство у меня. Так, ну вот, булочки готовы. Вот такие красивенькие получились. Очень даже аппетитненькие. Вот, сколько их получилось, я даже не помню. 9 булочек посчитала, а то я не помню, сколько я сделала. Ну, в общем, вот такие. Не очень так прямо уж я старалась, их не такие уже не красивенькие, но, в принципе, аппетитные. Так что мои мальчики будут сегодня с молочком, с чайком вечером лопать. Ну вот, булочки я вам показала. Сейчас тут цветочки пообрываю, которые у меня уже отцвели. Хризантемы в саду. Ладно, на этом я буду закругляться. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что вы со мной. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх. Пишите комментарии. Подписывайтесь. И всем пока-пока!